Мариш, как считаешь, пора? Пора. Пора, друзья, показать вам наши хоромы. Вот она, наша красотка. Ой, господи, Рома. Идем дальше. Гостиная, самая лучшая, самая красивая. Бабах. Бля, что за бомба? Но чего-то здесь не хватает. Раз. Колесо-то видно? Вот оно. Наша с Маришкой спальня. Что за царская почевальня? Итак, наш санузел. Рома! Ты уже здесь, что ли? Я убираюсь для видео. Так я уже снимаю видео. В смысле? Ладно. Это была наша ванна. Наш гардероб. Красивейший. Ай, шо в магазине? Как бершки все разложено? Красиво? Красиво, 100%. Наш балкон, у пару обуви еще валяется. Вид с него. Выходим из нашей спальни и сразу попадаем к лицу. И промто это сказка. Это сказка получается. Братишка, включи посвети. С видом Грицу фартануло 100%. Наша прекрасная кухня, где мы с Маришкой будем куховарить. Точнее, где я буду куховарить, а Маришка, как всегда, будет очень вкусно кушать. Кстати, у нас еще один санузел. Бац, зеркальце, душевая. Есть все, что нужно. Посмотрите, какие взрослые шары до нас доехали. Стильные, эффектные и невероятно красивые. Спасибо, Настя, большое за такое количество шаров и за такую быструю доставку. Очень стильно. Так. Вы только посмотрите, что у нас здесь. Мы сразу предупредили всех гостей, чтобы они были голодные, потому что у нас нереально вкусные суши. Я вам оставлю ссылочку. Доставка быстрая, качественная. Вот это их фишечка. Четырехэтажная пицца с гранатом. Она нереально вкусная. Мне их дала наша Миленка. Больше всего меня ребята удивили напитками. Вы только обратите внимание на вот эту колу. Она необычная. Я думаю, вкус необычный. Колы самые вкусные в вашей жизни. С новосельем, дорогие Рома и Марина. Боже, как это приятно!